Аса құрметті көрермен, міне бүгін сіздердің назарларыңызға Үндістанның ұлы тұлғасы Махатма Гандидің 2 қазан туған күн мерекесіне арналған шағын көрмемізді ұсынамыз. Махатма Ганди Үндістанның дамуында түбелі үлес қосқан негізгі тұлғалардың бірі болып табылады. Махатма Ганди бүгінгі таңда тек қана Үндістанның емес, бүкіл әлемде үлгі тұтар тұлғалардың бірі. Сондай-ақ бүгінгі 2 қазан күні халықаралық деңгейде күш көрсетпеу күні деп аталады. Сондықтан сіздерге арнаған шағын ғана көрмемізді ұсынуға рұқсат етіңіздер. Здравствуйте! Сегодня мы празднуем 151-летие со дня рождения Махатмы Сакрамчанда Ганди или Махатма Ганди, выдающегося деятеля национально-освободительного движения Индии, приведшего к ее независимости в 1947 году. Конечно же, очень сложно буквально в нескольких словах охарактеризовать масштаб этой личности. Ну, как представляется, основными заслугами этого человека является, конечно же, привнесение им особенных методов идеологии и в свою политическую деятельность. Махатма Ганди был не просто политическим лидером, который привел свою страну к независимости, и он был не просто лидером национально-освободительного движения, он был также еще и реформатором. Реформатором индуизма, реформатором тех традиций, которые, как он считал, по его мнению, должны были отжить, но и должны были приспособиться к изменившимся условиям того времени. Поэтому его можно считать также еще и модернизатором, что было особенно актуальным в первой половине 20-го столетия. Ну, пожалуй, наибольшее такое значение и значимость и важность деятельности Ганди и посыл его всей жизни, пожалуй, заключается в таком словосочетании, как ненасильственное сопротивление. Потому что именно этот метод национально-освободительной борьбы он использовал в своей деятельности. И именно этот метод сегодня показывает свою значимость и важность спустя практически более 100 лет со дня его применения Ганди в начале 20-го столетия. Этот метод живет и сегодня, потому что если мы сегодня говорим о том, что нам необходим мир на планете, то мы также должны стремиться к использованию этого метода ненасильственного сопротивления. Ну и в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби на факультете востоковедения мы сделали выставку, фотовыставку, которая посвящена жизни и деятельности этой выдающейся личности, на примере которой действительно можно узнать не просто историю отдельной страны, но историю практически большей части земного мира, историю той системы, которая являлась раньше колониальной, стала независимой. Вот, пожалуй, наверное, вкратце все, что можно сказать, хотела бы я сказать сегодня. Спасибо.